я воспользовался безвизовым режимом. Спасибо, Петр Алексеевич. Вот, все хорошо. Пользуюсь. И в Венгрию, ну, много куда. Да, конечно. Конечно, воспользовался. И очень рад. Дети, внуки, я пользуюсь, все очень хорошо, это замечательно. Да, я ездила в тур, была в Германии. Ну и отлично, мне понравилось, во всяком случае. Пользовался. Ну, правда, это такая была минорное использование, потому что мы были в Турции и благодаря безвизу попали еще в Грецию, там буквально за счет паромного переплыва, благодаря паспортам, да. Ну как, мы могли и без них попасть, но это было в два раза, по-моему, дороже за счет виза. Мій учень їздив у Німеччину дуже гарно до своїх друзів. Він за один день оформив білет, поїхав на два дні, повернувся з Німеччини. Тобто це було дуже так несподівано і гарно. І дуже дешево вийшло. Переліт був гарний. Дуже гарно, що без візу.